вам песенку споем про 5 минут и расскажем, журналисты, как живут. Пусть летит она по свету, все узнают по секрету, что в газете значит 5 минут. 5 минут, 5 минут. Это много или мало? У Надежды спроси, сколько раз ей не хватало. 5 минут, 5 минут. Отправлять нужно газету, срочно снимок, Антон, да бросай ты сигарету. 5 минут, 5 минут. Да бросай ты сигарету, отправлять нужно газету. На часах уже 12 без 5. А сценарий передачи все в пути. Королевич прибавь к ходу, кто поздравит с Новым годом. На часах 12 без 5. Новый год он не ждет, он у самого порога. Что поставим на сайт? Нужно много, очень много. Вероника, поспеши, зря терять минут не надо. Не написано, пиши, не откладывай. Кто не сдал, статью прибью. Не откладывая на год, кто не сдал, статью прибью. 5 минут решает Леня иногда. Не поедет ни за что и никуда. Но редактор скажет надо, и везет он куда надо. Всех везет его, тебя, меня. Новый год недалек, как нам выплатить? Главный бух, расскажи, как встречать без денег свято. 5 минут, 5 минут принесут еще рекламу. Мы на правильном пути, утверждает наша мама. Мы на правильном пути, тираж будет и реклама. Мы на правильном пути. Пусть подхватит эту песню там и тут, эту песенку про наши 5 минут. Но пока мы песню пели, 5 минут уж пролетели. Новый год, часы 12 бьют. Всех поздравить рады, пожелать вам любви и заслуженной награды. Пусть вам год принесет много радости и счастья, а беда пусть уйдет, пусть ее не будет власти. Новый год настает, с Новым годом, с новым счастьем, с Новым годом, с новым счастьем. А теперь себя. Ура!